Анализ на COVID-19 – это самый надежный способ узнать, представляет ли человек опасность для окружающих. Результаты анализа необходимо иметь на руках и тем, кто предпочитает путешествовать в период пандемии. Узнать, являетесь ли вы носителем инфекции, можно, сдав анализ на COVID-19 в университетской клинике Казанского университета. Ну, можно обратиться по адресу улицы Вишневского, 2А, 4 этаж. Там принимают у нас анализы в 2 смены, с 7 утра до 8 утра и с 15.00 до 16.00. С собой обязательно нужно будет иметь паспорт и полис ОМС. Также через регистратуру можно записаться на удобное время или по телефону 233-30-22. Результаты анализа пациент может получить в кратчайшие сроки, уже спустя 1-1,5 дня. Стоимость анализа 1650 рублей. У вас берется мазок из носовой полости. Главное не использовать никакие лекарственные медикаменты перед процедурой. Убедительная просьба также не курить. Все процессы отработаны максимально. Сейчас нет никаких у нас критичных ситуаций. То есть мы готовы к любому количеству человек, которые обратятся к нам. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.